Святой преподобный Лаврентий Черниговский сказал, как невозможно разделить единую Троицу Святую, Отца и Сына и Святаго Духа, так невозможно разделить единую Великую, Малую и Белую Русь. Врагам нашим это удалось сделать, к сожалению, но это временно. Господь это попустил для того, чтобы проснулось наше самосознание русского православного великого народа. Американцы натравили украинцев на русских, возбудили ненависть украинцев к русским. Они способствовали установлению фашистского, нацистского режима в Киеве. Они, можно сказать, в прямом смысле слова, спровоцировали гражданскую войну в Украине. Но Россию не раз уже постигала подобная беда. И всегда Россия одерживала победу. Одержит она победу и на этот раз. Потому что если с нами Бог, то кто против нас? Ну, говоря о том, что Россия одержит победу, я, конечно, имею в виду не то, что наши русские войска находятся в Луганской и Донецкой народной республике. Понятно, если бы они там находились, они давно были уже в Киеве и уже давно победили фашистов. Но я имею в виду, говоря о России, я имею в виду, опять-таки возвращаюсь к тому же, имею в виду единый наш народ, имею в виду русских, украинцев и белорусов как один народ, как не три разных народа.